Соревнования длились 2 дня. На этот раз дворец спорта «Восток» на открытом чемпионате по бадминтону встречал участников из Нижнего Новгорода, Москвы, Ярославля, Костромы, Краснодарского края и 6 городов Московской области. Спортсмены не на шутку боролись в одиночной, парной и смешанной категориях. 65 участников разного возраста, не ниже 3-го взрослого разряда. В наших соревнованиях принимают участие мастера спорта, заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса. Представительство не такое большое, но весомое, будем так говорить. В результате ореховозуевцы показали хороший результат. Немного упорства не хватило Николаю Баранову до 1-го места в одиночной категории. Он уступил Станиславу Пухову, участнику Олимпийских игр из города Москвы. В целом у наших спортсменов 1-е, 2-е и 3-е места в каждой категории.